Всем привет! В эти минуты в подмосковном Ногинске проходит баня-фест, очередной, который год подряд. Но, к сожалению, я не смогу принять в нем участие, поэтому мы перевоплотимся в наших друзей и попробуем узнать, что же бомбического привезли туда сибирские производители. Я Евгений Беседин, и это моя прослужит очень долго! Я Евгений Беседин, это суперская печь, пара дохренища. Друзья, всем привет, с вами Евгений Беседин, компания «Фарнакс». Мы, в общем, сегодня на бане-фесте и смотрим различные бани. Тут очень-очень много различных печей. Вот я, например, сейчас стою рядом с печкой ТМФ. Это баня-бочка от кедрового рая. Здесь просто ошеломительный успех. Здесь люди просто идут толпами сюда. Меня попросили сейчас это озвучить, конечно. Но вот если туда зайти попариться, вы просто этого не забудете никогда. Так что Евгений Беседин, подписываемся на канал. Я Евгений Беседин. Я не только продаю всякие полезные штуки для бани, я еще являюсь классным парильщиком, ребята. И сегодня, да, я вам скажу о печке ТМФ. Смотрите, что происходит. Сейчас нам достаточно парку, там нам надо чуть-чуть приподнять. Что мы делаем? Мы берем и подливаем на камешки. Это нам даст легкую полковшечку. Это нам даст легкое ощущение. Может, подлить? Конечно, Евгений, не стесняйся. Давай. Я боюсь просто, окошко запотеет. А руководить отделом продаж не боишься, запотелого окна боишься. И вот сейчас мы протираем сначала с кожи все. Все влажно, да, влажность. Легкую пробежечку делаем. И вот он, мягкий порочек, мягкий. Сейчас опускаем на нашу девочку. Евгений, а можно вас попросить поработать с закрытой каменкой? Насколько легкий пар дает печь арабеска? Теперь мы поддадим, так сказать, в самое-самое те же полковшечки. Ох! Это она еще не сказала свое, так сказать. Да как это сказать? Мы немножко поддали. Если чуть побольше поддать, то такой взрыв бывает. У меня аж веники подпрыгивают. Евгений, вы профессионал. Вы можете работать на любой должности, по любой профессии, на любой специальности. Что вам ближе все-таки? Продажи, видеоблогерство или же парение? Ваш выбор. Видимо, я блогер, продажный парильщик. Как это все вместе совместить? Я завидую твоим сотрудникам. Да, вот это. Мастер мастер. Мне нравится, прям нравится. Меня зовут Вахов Денис. Хочу сказать вам, что в Фарнаксе есть все, любые печи. В том числе и ТМФ. Константину Бессонову отдельный привет от компании ВВД. Здравствуйте, дорогие друзья, это компания «Фарнакс» и я, Евгений Беседин. Пару слов о печи «Арабеска». Печь «Арабеска» — это зашибись просто, какая печь! Просто надо срочно покупать и ставить, пока не стало дороже. А дороже она станет! Поэтому бегом в магазин, не ждите окончания фестиваля. Фестиваль еще будет, а таких цен уже нет! Отвечаю! Евгений Беседин, гарантирую вам, что посети в компанию «Фарнакс» вы возьмете не только самую лучшую банную печь компании ТМФ, но еще все, что вам нужно. От шаек, заканчивая камнями, от светильников, заканчивая всякими термометрами и гигрометрами. Добро пожаловать в компанию «Фарнакс». Вау, друзья, привет! Вы на канале «Фарнакс Филмс», и мы, конечно, на баня-фесте. И что мы здесь видим? Наши любимые кайфовые печки ТМФ. Вы в их изобилии найдете в наших магазинах. Кроме этого, пожалуйста, приходите побыстрее, потому что очень много скидок, очень много крутых предложений. Вы знаете, где добиться самой лучшей цены, только у нас. Супер
Welcome, ребята! Сердечно благодарю всех участников этого перформанса. Ну а всем, кто еще не был на Банифесте, настоятельно рекомендую его посетить, если не в этом, то обязательно в следующем году. Ну а мы с вами увидимся на канале Фарнакс Филм. До новых встреч! Счастливо!